я слышу до сих пор на своей одежде запах розы элеганта и счастливыми глазами. И такой, знаете, светящийся душой выхожу в сад. Но мы по саду долго ходить не будем, потому что, я честно вам скажу, я, находясь здесь, времени не наблюдаю. Но мы с вами буквально вот на чуть-чуть заглянем в королевский сад. И после этого возвращаемся в Париж. Если я не ошибаюсь, у нас сегодня либо завтра, я не знаю, запланирована еще прогулка на кораблике по Сене. Зена, Андезен по-немецки, прям как в песне у Мишель. Орева Пари, орева Сен-Жерман. Так, я пообещала, что я не пойду в Самсад, потому что там на самом-то деле до речки, до фонтана идти очень долго. Нелегкая судьба у французских королей. Пишите в комментариях, как вам наша экскурсия. Здравствуйте еще раз. Всем привет. Я очень надеюсь, что вам понравилась экскурсия. Местами не было слышно экскурсовода, но это нормально. Привыкайте к тому, что когда мы с вами посещаем такие заведения, что не везде есть возможность озвучивать, но Википедия вам в помощь, Google вам в помощь. Она рассказывала такую душераздирательную историю. И вот Мария Антуанетт, мне кажется, те, кто меня дольше смотрят, да, у нас ведь это и любимый аромат в линейке французской марки Matilda M, и наша любимейшая Тонечка, господи, они ее казнили в 27 лет. Как они посмели, вообще просто. И вообще, вот судьба королей, вы же слышали, наверное, если не слышали, я повторюсь, что сказала экскурсовод, что когда одна из королев родила 7 девочек, только одна вышла замуж, все остальные померли старыми девами, они были обучены, они были умными, они были статусными и не нашли себе принца нигде подходящего в Европе. Все принцы были не камильфо. За моей спиной остается Версаль. Кто здесь будет? Вот если выходить прямо, немножечко правее, там есть маленькие туристические магазинчики, где можно также приобрести мыло французское, можно приобрести Matilda M. Вот раньше можно было, но то, что в стенах Версаля стоит Matilda M. Я вам честно скажу, для меня это как вот после этой экскурсии, такого вот раша, для меня это такой бальзам на душу, я не могу этого описать. А я также продолжаю на губах ощущать горькие нотки парфюма Rose Elegante. И я не знаю, как это описать, наверное, случайности, они не случайны, но то, что я вот сама на себя попала этим парфюмом Matilda. Вот я здесь, как дома, а когда я дома, я как будто здесь. Это то, о чем я говорю, что когда вы свою работу любите, это, ну, значит, вы тогда не работаете, вы отдыхаете, вы наслаждаетесь. Ах, меня удивило немножко описание в музее парфюмов, меня удивило описание, что такое амбра. Это отрыжка какого-то кита либо дельфина. Я всегда думала, это янтарь, если честно. Ну, век живи, век учись. Вы, наверное, будете в шоке после того, как вы посмотрите это видео. Проявляйтесь в комментариях. Натуральный барсучий жир, гланды какого-то там еще лесного зверя. Так, а вот здесь вот начинают нас встречать те самые наглые интересные продавцы, которые цепляются, предлагают все. И даже экскурсоводы говорят, здесь нужно торговаться, потому что здесь вы сами можете придумывать цены. Они как бы к этому уже привыкли. Так, орева Версай. Пока Версаль. Я надеюсь, мы увидимся скоро. Потому что я только в этом году поняла, меня здесь не было не 2 года, меня здесь не было 3 года.
давай, давай, понимай. Вот как-то так. Петку за 1 евро, давай. Интересно, знают ли они, что вот такая презентация их товара больше отталкивает, чем притягивает? Скорее всего, они не понимают. Не понимают по-русски, они просто какие-то там несколько слов выучили и все. Спасибо, не надо. No thanks. Да, хорошо, отлично, магазин. Ты ерунды дома много. Дети всегда любят такое покупать. Светка включается. Здесь вот нужно бросить монетку, а лучше вернуться в автобус. Я с собой ношу рюкзачок с моими волшебными конфетами. И, наверное, вот я просто в раздумьях. Конфетку желания съесть в Версале, либо все-таки на Эйфелевой башне. На Эйфелеву башню, скажу честно, подниматься не буду. Может быть, в следующий раз, хорошо? Потому что подняться — это не проблема. А вот спуститься пешком — это немножко уже... Но возле нее мы точно побудем. Хотя пишите в комментариях, если кто-то хочет пешую экскурсию. Почему бы нет? Кстати, на рождественской ярмарке возле Лувра я купила картошечку жареную с сальцем, с сыром и... так, это наш автобус, да. И очень классная была сосиска. Кстати, не немецкая, но вкусная. Без этих пряностей, вот именно чувствовался вкус мяса. А затем захотелось, конечно же, пить, но в нашей автобусной экскурсии есть чай, кофе, водичка, все, что хочешь. Я всех целую, обнимаю. Спасибо. То есть там постоянно были толпы людей, вот так же, как сейчас. И, конечно, самые знатные люди, ну, до поры до времени мирились с этими неудобствами, а потом решили, что можно ведь жить недалеко от дворца, в двух шагах от короля, его семьи, но в своем собственном доме, который и оформить можно по своему вкусу, и отопить зимой. Король дал разрешение строить дома рядом с дворцом, но условия поставил: дома в городе по высоте не должны превышать уровень Версальского дворца. А вот почему, когда мы стоим около дворца и смотрим в сторону города, города не видно. Ну, дворец все-таки на холме находится, на небольшом холме. Может быть, если слушали внимательно рассказ об истории Версаля, то я говорила, что изначально в XI веке здесь был небольшой природный холм, но на том холме огромный дворец, который мы с вами сегодня посетили, разместиться не смог бы. Тут были проведены грандиозные работы, подвезены тонны, подсыпаны тонны земли, на которых и потом, позднее, вырос вот этот Версальский дворец. Историческую часть города мы уже практически с вами сейчас проехали. И вот здесь впереди на светофоре будем спускаться. Ну, спуск такой, естественно, идет в сторону Парижа. И здесь на перекрестке, вот на светофорах, вы увидите с правой и с левой стороны две скульптуры создателя Версальского дворца. С правой стороны будет скульптура Андре Ленотра. Это парковый архитектор, пейзажист, его шедевр — Версальский парк. Ну, оценить красоту этого парка, конечно, лучше в теплое время года, когда там все цветет, когда много цветов, когда зелень. Ну, сейчас видели, да, все серенькое, скромненькое. Вот. И с левой стороны будет скульптура Жюля Ардуэна Мансара. Мансар, его шедевр мы тоже с вами во дворце видели, хотя, когда я рассказывала историю Версальского дворца, я это имя не называла. Он присоединился к работе над дворцом уже позднее, в 1678 году. Но вот именно ему принадлежит план вот этой грандиозной зеркальной галереи. Вот он с левой стороны, Мансар. А здесь уже окраина Версаля, и вы видите современные дома из бетона, но, заметьте, невысокие. Многоэтажных домов здесь не возводят, стараются сохранить вот эту архитектурную гармонию Версаля, ну, что, на мой взгляд, и правильно. Город очень зеленый, вот если сравнивать с Парижем, в Париже все-таки зелени не хватает, там даже статистика есть.
на одного жителя в Париже приходится 13 квадратных метров зелени. Вот если сравнивать с Лондоном, то там, по-моему, около 40. А в Версале зелено. Ну, вот мы едем с вами, да, по дороге, с правой, с левой стороны от нас огромные платаны. Версальский парк, конечно, тоже излюбленное место отдыха жителей города. Парк, кстати, Версальский очень сильно пострадал 23 года назад. В 1999 году на Рождество, вот буквально с 24, по-моему, на 25 число, или с 25 на 26, сейчас уже не помню, декабря был невероятный ураган. И деревья в Версальском парке как косой. Все попадали. 3 месяца Версальский парк был закрыт. Распиливали упавшие деревья, ну и потом огромная, конечно, работа была проведена. Парк, по сути дела, заново засадили. Ну и вот сейчас 23 года прошло, уже он все-таки имеет такой приличный облик, уже не маленькие там худенькие деревца, уже все подросло. А вообще-то это не первый раз, когда Версальский парк пересаживались, если можно так сказать. Первая беда случилась еще во время правления Людовика XVI. Тогда на парк Версальский напала какая-то болезнь. То есть деревья стали гнить. Деревья посажены еще Людовиком XIV. Ну что, Людовик XVI осмелился, потому что такие проблемы надо решать, и приказал вырубить практически весь парк и заново засадить. Но даже вот тот парк, который высадил Людовик XVI, вот он-то и пострадал во время урагана 99 года. Ну вот парк тоже, видите, свои трагедии были, свои истории. Организовалась небольшая.